Да, чем могу помочь? Я выросла здесь. Позволь мне пригласить тебя на чай. Мне было бы приятно. Все, как ты помнишь. Чище. Ну, можешь осмотреться, пока я ставлю чайник. Жар твоих волос. Угли в январском костре. Я в нем сгораю. Вот, держи. Спасибо. Немного музыки. Прошу прощения. Здесь так жарко в это время года. Все в порядке. Кажется, будто вот-вот умрешь. А знаешь, что говорят про Дерри? Хм. Никто здесь не умирает в самом деле. Ну, расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Хорошо. Странно. Странно? О, я как раз поставила печенье в духовку. Подожди здесь. Не хочу навязываться, я пойду. Нет, я настаиваю. Очень милые фотографии, миссис Керш. А это ваша семья? Мой отец приехал в эту страну без гроша в кармане. Чем он занимался, миссис Керш? Отец работал в цирке. Я всегда была папиной дочкой. Ты тоже? Ты все еще его малышка Беверли? Не так ли? Заседание клуба неудачников открыто. Мы справимся. Главное — держаться вместе. Здравствуй.